мы с вами на комиссии выдвинули представителей, которые будем рекомендовать в члены общественной палаты. Это, напоминаю, Ауль Александр Викторович, это Цвецик Владимир Федорович, это Шилова Людмила Григорьевна, это Романова Татьяна Владимировна. Значит, еще была Гордеева Светлана Николаевна, Пузенко Мария Федоровна и представитель церкви отец Владимир, Миру Золотухин. Вот такие были кандидатуры. Всем им мы направили письма и ждали ответ о их согласии, либо несогласии, письменный ответ. Значит, письма эти приходили, уходили, кого-то заставали дома, кого-то не заставали. То есть вот таким образом мы собрали согласие вышеназванных наших избранников. Но я хочу сказать сейчас, что мы можем, согласно нашему положению, выдвинуть 5 кандидатур. Поэтому хотелось бы вот сейчас еще раз с вами их рассмотреть, обсудить, поскольку у них немного разные получаются такие условия вхождения в общественную палату. Предлагается сейчас проголосовать за проект решения об утверждении членов общественной палаты города списочным составом Ауль, Цвецик, Шилова, Романова, Золотухин. Я правильно поняла? С рекомендацией, предложением, что включить в регламент Гордеева и Пузенко, то есть уполномоченных, с правом совещательного голоса в общественную палату. Кто за данный проект решения? Прошу голосовать. Кто за?